Всем доброе утро из Волоса. У нас предрождественские дни. Наряжена сцена в центре, возле центральной церкви Святого Николая. Здесь постоянно происходят какие-то мероприятия. Сейчас тут маленькие детки поют, и я хочу вам немножко рождественского настроения. Так, видите, букеты покупают рождественские с цветочками ги. Вот какие красивые. По 3 евро. А люди все к Рождеству спешат, покупают подарки. Каштаны на гриле, потом кукуруза и напиток. Энергетический напиток, это травяной горячий чай продают. Солидный. Букеты, и дома ставят красными такими ягодками, это ги называется. В роли доброго старика Деда Мороза в Греции выступает святой Василий, который в 379 году в возрасте 49 лет прервалась его жизнь. Он был действительно святым, покровителем нуждающихся и бедных. Святой Василий отдавал все свои личные средства, строил богадельни, лечебницы, кофейни, таверны. Все украшено, все готово к Рождеству. Видите, какие стульчики с кепками Деда Мороза.